Всем привет, ребятки! Доброе утро! Сегодня у нас пасмурно. Такое, знаете, ветер тоже есть. Не сильный, но есть. 15 градусов. Вроде до обеда пасмурно, а потом солнце выйдет. Не знаю. Смотрите, какая уже трава. Просто неимоверная, да? Уже косить скоро будут. Бегу. Надо в Аврору сходить. В АТБ зайти. В общем-то, беру вас с собой. Не знаю, буду что-то снимать или нет. Как-то так. Все, хорошего дня всем. Продуктивного, так скажем. Пишите. Вот эти корзинки такие, как кролики пасхальные, то есть кролики, не знаю, разные цвета, всякие такие искусственные цветы. Затем разнообразные вот такие украшения. Смотрите, такая вот, вот эта серия, я не знаю, в том году вроде ее не было. Также на яйца декор весь, наклейки, посыпка разнообразная, всяко разная, смотрите. Я всегда люблю разные посыпки брать, чтобы всегда было так интересно. Вот это вот для украшения корзины, то есть для Пасхи, перья. Также есть такие баночки, смотрите, даже. В зависимости по цвету, сколько там. Ну, мне кажется, это так довольно много. Перламутровые. Очень много представлено товара. Опять же, вот эти украшения, смотрите, для Пасхи интересные, и розочки здесь разные есть. Я такие вообще не встречала, особо даже не было время на это уделить. Так что присмотритесь, кому это необходимо. Для яиц краска. Вот это в том году было, и уже неоднократно цыплята, вот эти цветочки, это повторяется, то есть декор. Тоже красивенький такой. Кондитерские такие украшения. Очень много товара. На яйца вот эти вот, они вообще в кипятке. Самые примитивные наклейки такие клеются. Но мне с ними не очень нравится. Вот такая, смотрите, еще есть. И голубая глазурь. Это разная. Такие украшения для яиц тоже, я так понимаю. Да, наверное, не только для яиц. Куда угодно можно клеить. Такие они, то есть. Формы силиконовые. Есть для пасок. Вот цена какая, смотрите, вам специально засняла, чтобы мало ли кто будет скупляться на Пасху. Имейте в виду. Также круглые и обычные вот эти вот бумажные. Очень большой выбор. Вот эти вот тоже такие декоративные игрушечки. Интересные ножки такие ровные, смотрите, как. Какая-то такая лялечка. Интересно. Для декора, наверное, не знаю. Гномики разнообразные. Яйца, смотрите. Для украшений очень много. Корзина вообще на Пасху превращается прям в нечто творческое. Вот такие всякие налепки. Тоже не обращала внимания никогда. Вам их хоть снимаю, сама посмотрю, как говорится. Такие тоже, смотрите, зайчики. Ну, она там это как на скотче, то есть липает. И деревянная даже вот такие есть тоже для украшения. Ну, очень много товара. Так, это мы уже с вами в Авроре. Там это тоже, видите, фирма представлена. Разнообразная, то есть расцветка. Представлена. Разная тоже. Ну, это такие мы с вами видели. Интересно, это уже разные цвета есть. Эти розочки мне понравились. Чубантики, черепочки. Ну, посмотрим, еще посоветуюсь, брать их или нет. Вот такие банки здесь. По-моему, в ЭТБ были по 54, но здесь они 29. Так что в Аврору присмотритесь тоже, кому надо. Тоже глазури разнообразные. Для яиц красить.
И вот такую вот тоже самую примитивную тоже посыпку взяла. Я люблю, чтобы было там разнообразно, знаете, такие посыпки. Я там уже дома подкупала одну. Много пасок я не буду пекти в этом году. Только творожная, своя проверенная вообще. Они для меня универсальные. Дрожжевые, скорее всего, нет. Ну, не знаю, возможно, еще поменяю свое мнение. Вот это вообще такой сладкий такой отдел у них. Вот эту фирму я не знаю. Ведь она и для яиц есть краска. В том году я как-то не обращала внимания на нее. Но она не обращала внимания, скорее всего, есть. Вот такие шоколадки-медальки, смотрите, в Аврове тоже. Частенько. Детки такое любят. Хотя там шоколад вообще не очень хорошего качества. Всякие маршмеллоу такие вот всякие здесь. Е-е-е-е-е. Это так. Лучше такое, конечно, не брать, но там как любите. Как хотите. Дело вкуса каждого, как говорится. Каждого свой вкус. Так все повыкладывали, невозможно. Что-то берешь, все валится. Еле все повыкладывала на место. Вот смотрите, для украшения тоже декор какой в Авроре. Вообще интересный такой. Вот и бы такого не было. Интересненькие такие. А, это видите, тоже декоративное такое. 50 гривен, украшение 49. С вот этого вот цветка. Так, девчонки, что купила? В первую очередь это, прям с шопера достаю. Так, посыпки вот эти вот взяла для Пасхи. Это я в АТБ взяла. Это, по-моему, так, 12 гривен стоило. Вот такая вот, видите? Мне всегда нравится, чтобы были разные пасочки, знаете? То есть, одна такая, другая такая. То есть, люблю такое. Это в Авроре взяла. Вот такую вот. Немножко высветляет. Она такая, знаете, более к розовому здесь. Такое было там и сердечки. Ну, думаю, ладно, здесь есть сердечки, пусть так будет. Потом взяла, кинулась в духовку мыть. Мягкий такой ёршик. Пришлось за ними идти вообще. Столько времени потеряла вообще. Просто впустую. Туалетная бумага, такой не показываю. Взяла еще посадить шпинат. Маловато мне там шпинат. Остатки, помните, с вами садили. Из дешевых семян в Авроре. Попались на глаза, взяла. Там салфетки взяла влажные в Авроре. Кукурузный крахмал всегда там беру, девчонки. Всегда, и мальчишки. Он всегда там есть кукурузный. Я использую в кулинарии только кукурузный. Он мне почему-то больше нравится. Заканчивается. Я прям его в стекло пересыпаю. И все. И нормально. То есть. Сейчас лаваш по акции. Это в АТБ. 16 гривен. 15,90. Хочу сделать такую, знаете, ленивую шаурму. Наполнение там любое. Грибы и всякое такое. Я такое люблю. Уже когда все приедается, ничего не хочется особо. Вот такой хлебушек беру постоянно, ребятки. Вот швейцарский. 9 чем-то он. 350 грамм здесь, по-моему. С головой хватает нам, когда не... А, 250 даже. Нам хватает его. Я же говорю, даже когда пеку, очень долго едим. То есть хлеб у нас как-то так, знаете. И яйца. Взяла в АТБ. Нормально. Яйца такие. Сейчас 27 гривен по акции. Ну как, не по акции, это обычная их цена. Нормальные яйца, смотрите, крупная довольно. Сейчас надо будет на рецепт, там буду готовить. И все, ребятки, вот такая маленькая распаковка. Туалетную бумагу вам не показываю, естественно. Все, вот такие вот покупки. Пришлось время потерять. Ну сколько? Ну, где-то минут 45 точно потеряла. А уже надо работать, надо духовку мыть. В общем-то, работы хватает. Все, смотрите дальше. Не знаю, что будем с вами делать. Посмотрим. Может, что-то приготовим. Посмотрим. Забыла вам, девчонки, похвастаться. Ну, это так вообще. На эмоциях такая покупка. Смотрите. Я, который любитель цветов, в смысле сережек с Алиэкспресс. А тут мне попались на глаза такие. Ну, они вообще, конечно, бюджетные. Они 12 гривен стоили. Но у меня есть красная рубашка. Я думаю, как дополнение вот к ней. Возьму их. Смотрю, конечно, качество у них просто. Все равно взяла. Думаю, 12 гривен. Ой, ничего страшного, как бы. И взяла их, ребятки. Там были очень разные. Я их все там перебрала. Немножко это... Ну, смотрите, выполнение сережек этих. Неплохое, да, довольно-таки, смотрите, вообще. Такие, не очень тяжелые. Я думаю, 12 гривен, ну это вообще. Почему бы и не взять?
Вот так, как дополнение, мало ли, знаете, когда-то захочется. Такие вот. Вот такие вот покупки на эмоциях. Мне не понравились. Смотрите, как серединка выполнена. Такие интересные. У меня красных вообще нет. Так что такая еще покупка на эмоциях? Как-то так. Ребятки, не показываю вам рецепт. Он у меня есть. Недавно только готовила. Ну, еще мне захотелось. Еду в гости, надо с собой взять. Морковные кексы. Только с пылу жару, так скажем. Заходите и смотрите там рецепт. Я оставляла полный. Обалденный просто рецепт. Сейчас буду их вынимать, пудрой присыпать и наслаждаться вкусняшкой. Очень бюджетный вообще. Классный. Девчонки, мальчишки, не могу не показать вам вот в разрезе, какие получаются. Все пропекается. Обалденные. Уже пудра их присыпала. Сейчас буду делать чай и наслаждаться. Так что готовьте такую вкусняшку. Ну, кто такой любит, конечно, выпечку. Вот такой рецепт вам. Уже оставляла. Готовьте. Так, девчонки, хотела с вами еще поделиться такой информацией. Я ранее показывала, возможно, кому-то понадобится. Извиняюсь за звук, но, как всегда, один микрофон и постоянно меня переезжает. Я по поводу орхидеи, ребятки, показывала я вам. Никто не написал особо мне про открытую систему. Только в начале, там я когда спросила, там одну только женщину посоветовали, я ее посмотрела, как бы, и для себя решила переводить их все, но постепенно. Эти, которые мне начали просто пропадать. И смотрите, как уже наращивает корешки. Кто зашел впервые, то есть тургор пропал листьев. Ну, сейчас, видите, он в вот этих нижних не очень. И я перевела орхидейки на открытую систему. Сейчас еще одну покажу. Опрыскиваю и удобряю. Но там женщина намного чаще удобряет. Я не скажу, что сколько, столько я удобряю. Был листочек маленький. Смотрите, как уже листочек она этот нарастила. Я очень довольна. Кому тоже может понадобиться. Девчонки, если у вас пропадает орхидея, попробуйте. Конечно, это не залог успеха. Может и не получится. Перевести ее в открытую систему. На донышке совсем чуть-чуть водички здесь. И так она у меня здесь стоит. То есть в открытой системе. И еще одна. Сейчас просто достала их, буду удобрять. Это чуть похуже. Но это у меня, которая была, она цвела. Реанимашка, там девчонки уже видели, я показывала. Это вот так вот здесь просто немножко керамзит я сделала. И она вот так вот и сидит. Которая цвела, упала вот. Но цветонос, сейчас уже цветы она засушивает, сбрасывает. Я ей особо не обрезаю цветонос. Пусть, думаю, последние силы с него возьмет. Тоже в открытую систему. Ребята, посмотрите, вот. Я сама не верила, представьте. Эти корешки, наверное, уже все, ничего не будет. Но она реально работает, открытая система. И смотрите, вот листочек. Эти такие, тургора тоже не было, уже наращивает листочек. Видно вам там? Да. Вот. И корешки, ну просто, смотрите, какие лезут. Я такая довольна, ребятки. Вы что, что я попробовала ее? Кому-то может понадобиться такая информация. Попробуйте тоже, девчонки, в открытую систему. Мало ли, может, у вас тоже получится. Но все-таки так плохо, когда погибает орхидейка. Вроде и ухаживаешь, видите. Возможно, залила. Я не скрываю ничего, показываю вам, как есть. Сейчас просто взяла их, буду удобрением их подкармливать. Самое обычное, показывала уже его. Вот такой результат. Я довольна, что они у меня живенькие. Ничего, еще зацветут. В дальнейшем, наверное, буду все свои орхидеи переводить в открытую систему. Просто они сейчас цветут. Сейчас я вам покажу, кстати, их. Вот так выглядят, девчонки, смотрите. Видите? Цветут, да наращивает вот цветоносик какой. И они у меня вообще в закрытой системе. И вот еще цветонос выпустила. Видите? И это вот тоже. Сейчас они мне прям впритык тут. Тоже, видите, там бутончик. А те две уже отцвели. Ну, в дальнейшем, видите, в закрытой системе они у меня росли. А вот эти поотцветали. И, наверное, буду их уже переводить потихоньку. Ой, капец, гляньте, кто залетел. Москитку не повесила. Пчела здоровенная какая, ребятки. Это ужас, жужжит. И вот это тоже отцвела, видите, у меня уже.
тоже буду все потихоньку переводить. Корешки такие у нее тоже хорошенькие, видите? Так что, девчонки, вот так вот. Необходимо все пробовать. Что-то подойдет, что-то нет. Не побоялась, попробовала и довольная. Все, ребятки, подписывайтесь на канал, кому интересны обычные домашние рецепты, дачный контент. Все пытаюсь какие-то цветы высаживать. Ну, все такое. Сумбур кому-то, ну, лайфстайл, так скажем. Кому интересно, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, всем пока!